Всем привет! У нас сегодня такая интересная тема про суррогатное материнство. Это когда женщина вынашивает и рожает для других. В России каждый год от сурмам рождается как минимум 22 тысячи детей. При этом ежегодный прирост составляет по меньшей мере 20%. Вся заваруха из-за того, что люди не могут родить детей сами. Вместо того, чтобы усыновить их из детдомов, они эксплуатируют малоимущих женщин и открыто идут на травмирование ребенка ввиду разлуки его с носившей его матерью. И именно поэтому я делаю это видео, поскольку всегда заступаю за слабых и призываю вас делать так же. Те, кто выступает за аборт на основании того, что ребенок, мол, потом в будущем будет страдать в детдоме. Во-первых, нельзя оправдать убийство потенциальным страданием в будущем. И во-вторых, вместо того, чтобы накидываться на нас, кто защищает права человека в любой фазе его развития, вот, пожалуйста, обращайтесь к суррогатистам, если вам действительно не безразличны детдомовцы. Ну, не судьба завести собственных детей. Ну, если сильно надо, возьмите кого-то из детдома, вместо сатанинских экспериментов, сделавших из ребенка продукт, который можно разработать, продать или уничтожить. 22 тысячи суррогатных детей в год и 37 тысяч детей в России в настоящее время в детских домах. У одних нет родителей, у других нет детей. За 2 года можно было бы решить эту проблему, объединив эти две обделенные группы. И знаете, почему этого не происходит? Наше общество стало эгоистичным. Никому там не интересна позиция и права ребенка. Все завязано на собственных потребностях и желаниях. Куда ни ткни, я. Как у нас принято защищать уязвимую девушку? Ну, продай свое тело, родив ребенка в другой семье. Либо убей своего ребенка, сделав аборт. Нормальная такая защита. Я знаю, у меня радикальная мысль, но я предлагаю не убивать нерожденных детей и перестать эксплуатировать женщин в качестве пробирок для чужих семей. Бизнес суррогатного материнства, вольно или невольно, помогает не спровергнуть фундаментальные убеждения в отношении деторождения и родительства. Странно, что надо об этом напоминать, но каждый ребенок имеет право быть зачатым, выношенным, рожденным и воспитанным в гетеросексуальном браке родителями, которые его любят. Я не понимаю, как женщина, заказывающая суррогат, идет на то, чтобы объективировать, принуждать и сводить к частям тела другую женщину. Только как эта беснующаяся баба может хотеть личного блага за счет угнетения другой. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится: суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Тут нужен просто-напросто запрет, так же, как у нас запрещено убивать уже рожденных людей. Кстати, те, кто говорит мне, что надо сначала менять ценности в обществе и по-другому относиться к воспитанию, ну давайте тогда также относиться к убийцам, перестанем запрещать им убивать и будем уповать на то, чтобы лучше их воспитывать. Вот, например, коммент к моему видео про грех плодоизгнания. Это только следствие, отсутствие морали первично, утраченные ориентиры. Но преступников же, тем не менее, сажать в тюрьму за убийство. Или вы предлагаете узаконить убийство и начать работать над моралью. Также и аборты нужно запретить. И, пожалуйста, параллельно работайте над моралью. Я осознаю важность ценностей в социуме, но это второстепенно по сравнению с твоими действиями здесь и сейчас. Ты не можешь эксплуатировать тело другой женщины или убивать нерожденного ребенка просто потому, что у тебя нехватка в каком-то половом или другом воспитании. И точка. Где перспектива ребенка в суррогатном материнстве? Достаточно ли ему знать, что суррогатная мать воспользовалась правом на свое тело? И достаточно ли того, чтобы быть желанным, если у него нет возможности узнать свои корни, как в случае, если донор яйцеклетки был анонимным? И имеют ли дети право знакомиться со сводными братьями и сестрами, которые могут быть разбросаны по разным уголкам мира? Поскольку одним из условий стать суррогатной женщиной сосудом является наличие собственного ребенка, где перспектива этого ребенка, который видит, что мама беременна и что его брата или сестру после рождения продали, а вдруг его тоже продадут? Суррогатная мать может хотя бы подсознательно попытаться дистанцироваться от будущего ребенка, чтобы защитить себя от разлуки с ним, хотя, мне кажется, этот симбиоз невозможно разорвать.
А ребенок от суррогатной матери не сможет дистанцироваться. Он находится в полной зависимости от нее. Причина, по которой новорожденных кладут на грудь матери после его рождения, состоит не в том, чтобы создать связь между ним и матерью, а в том, что уже существует связь, которую ребенку нужно распознать. Суррогатное материнство – это как устранение материнства, отмена женщины, полный игнор важности беременности и грудного вскармливания. Женщина стоит рядом с родами, рядом с вынашиванием в роли мужчины. Она может быть донором яйцеклетки и таким образом биологической матерью ребенка, но все равно остается в стороне. Таким образом, оба родителя становятся представителями того, как выглядит отцовство. Как ни крути, суррогатное материнство противоестественно и отдает холодком. Те, кто на него идут, осознанно подвергают женщину-сурмаму опасности, поскольку это высокорискованная беременность, ведь имплантируется чужая яйцеклетка. Из-за этого возникает больше осложнений, таких как гестационный диабет, давление, преждевременные роды, предлежание плаценты, чем при беременности, когда женщина вынашивает собственного биологического ребенка. И вообще сурмама как бы переходит во владение заказчиком на этот период, ведь они могут заставить ее сделать аборт против ее воли, либо если что-то случится, ее подключат к аппарату, аппарату для поддержания жизни, они могут, заказывающие родители, решить, чтобы отключить ее от него. Соглашусь с английским философом Фрэнсисом Бэконом, природу легче всего подчинить, повинуясь ей. Другими словами, подчинить и не удастся. Предлагаю дистанцироваться от взбесившейся фантазии вседозволенности. Мы считаем, что имеем право на то, чего сильно хотим. Но если другому человеку светит торговля телом, то «ворочу, что хочу» не может иметь места. Тело нельзя одолжить, арендовать или продать. Это пренебрежение достоинством женщины. И никакие правила, специально разработанные контракты, международные договоренности и законы не смогут изменить порядок суррогатного материнства в сторону защиты матери и детей. Этого можно добиться только глобальным запретом суррогатного материнства. Мы же русские, должны спасти мир. Ну и давайте начнем с того, чтобы сделать аборты и суррогатную продажу детей нелегальными. Не понимаю, что сложного в том, чтобы не убивать животных ради вкуса, не убивать нерожденных детей и запретить эксплуатацию репродуктивных органов женщин.